друзья, приветствую всех на канале Есть Поесть. Сегодня предлагаю рецепт наливного пирога. Его я выпекаю прямо на сковороде без духовки. Начинка может быть любой. Сегодня я возьму обжаренные грибы и сыр типа фета. Список ингредиентов, как обычно, открывайте под описанием к видео. Сначала на растительном масле обжарю лук, затем добавлю резанные грибы и обжариваю все вместе. Для теста к яйцам комнатной температуры добавляю ложку сахара без горки, соль по вкусу, все взбалтываю. Далее наливаю растительное масло, кладу сметану, подойдет любой жирности, я беру 10%, и размешиваю. Кладу муку с разрыхлителем и замешиваю тесто. Оно должно получиться не очень густым. Контролируйте количество муки, так как оно может меняться в зависимости от степени густоты вашей сметаны. Беру ту же сковороду, где обжаривались грибы. На ней осталось масло. Выливаю примерно половину теста и распределяю лопаткой. Диаметр моей сковороды 22 сантиметра. Кладу на тесто грибную начинку. Беру кусочек сыра, он называется творожный для салатов. Очень похож на фету, поэтому можно взять ее. Также подойдут сулугуни, моцарелла, да и вообще любой сыр, даже твердый. Просто раскрошу руками. Аккуратно затягиваю начинку оставшимся тестом. Друзья, смотрите на моем канале и другие рецепты выпечки без духовки. Там вы найдете и пироги, и торты, и даже печенье. Ссылку на плейлист я оставлю под видео. Сковороду накрываю крышкой с отверстием для выхода пара и отправляю на очень умеренный огонь минут на 25. А вы, конечно же, ориентируйтесь по своей плите. Пирог, в принципе, готов, сверху он уже сухой. Я его переворачиваю и подержу на плите еще минуты 3. Но, в принципе, этого можно и не делать. Затем, пока пирог еще горячий, посыпаю тертым сыром, чтобы он расплавился. В итоге пирог получается очень нежным, с сочной начинкой и хрустящей корочкой. Такой пирог хорош как в теплом, так и в остывшем виде. Отличное дополнение к супу, а также как самостоятельное блюдо. С чаем или кофе, например, на завтрак. Если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. Смотрите и другие мои рецепты, подписывайтесь на канал Есть Поесть. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео.